Всем привет, ребята, меня зовут Фласка. Сегодня в этом видео я буду в роли Чебурашки. Да, буду сегодня Чебурашкой. Ну, как вы поняли, жить мне негде. Живу я бедно, живу в пещере, под пещерой. О, господи, с каких пор тут стоит эта штуковина? В общем, живу я, грубо говоря, на окраине деревни. Вон там живет у нас Крэчик с Фла. Я себе опять говорю в третьем лице, да? Ну, ничего бывает, ничего бывает. Это я и моя шиз... Собирай печеньки, не трогай меня! Чебуратор какой-то маленький. Какой чебуратор? Дай ты не закроешь от тебя. Ой, темно. Вот так. А, по кайфу. Что он там делает? Что он там делает? Да где эта штука? Я не вижу его даже. Где он? Он что, спрятался от меня? Серьезно? Ну ты просто гений. Я-то думала, он сейчас меня будет пугать. А раз ты нас боишься, то что? То выходит, бояться-то мне тебя и не сто. Ага, какая-то чепушила маленькая. Какая? Ты что тут это обзываешься? Держи печенюху и не выпендривайся. И ты тебя обронил. О. Спасибо, Чебурар. А, ты добрый, ты добрый. Подожди, у тебя бантик. Ты чё, это? Да, вот, да. Иллюминат, из космоса прилетела я. Помочь тебе решила. Походу, я... Я за компанию, привет. Это такие зубы смешные. Так, подожди. Эй, чё? Это твой дом, что ли? Ну да, жить негде. Живу вот здесь. Вот видишь, даже вместо подстилки сена. Ну все потому, что бедный живу. Ты хочешь забрать? Ну ладно, на, я тебе отдам. Только не трогай меня, бедную чебурашку. Да чё оно через раз работает? Моя эта подбиралка-то. Блоков. На, забирай. Зачем тебе это? Ты чё? Зачем ты мне сено отдаешь? Не надо мне сено, на. Спи спокойно на своем сене. Так погоди, так ты же его сломать хотел, мое сено. Нафига ты тогда хотел его сломать? Я думала, тебе оно надо. У меня для тебя подарок, Чебурашка, сиди тут. Какой? Да мне тоже интересно. Ладно, иди, я посмотрю. Где тут спуски, ёшкин? А, тут лестница, ё-моё. Так. А что ты принести мне хочешь? Слушайте, ребята, интересно. А ну-ка, я за ним пойду. Я понял, ребята, он мне хочет домик подготовить. Так, ладно, собираем свои вещички и переезжаем. Отныне я здесь больше не живу. Все, переезжаем. Еще помру. Пол хп, аккуратно. Так он пока там. А где Скрэч-то? Погодите, может он в доме потерял? Привет, Чебурашка, пойдем, я кое-что для тебя подготовил. Пойдем. А что подготовил? Пойдем. Так я думала, ты дом мне подготовил. Ну ладно, полезли. Я думала, ребята, он мне дом хочет подготовить. А я что-то не понимаю, что он хотел от меня. Смотри, Чебурашка, я тебе все подготовил. Смотри, для начала тебе новый пол положим. Вот так вот. Ты мне домик хочешь сделать? И две дверки. А что-то у меня как-то тут устала там. Так, ты тут будешь спать. Тут у тебя будет печка и свой сундук. Во. Это так мило. На, держи печенюшки, это все тебе. Я обожаю печеньки, но за твою помощь я отдал тебе почти все свои печенюшки. О, спасибо за еду. Спасибо, Чебурашка. Так, смотри, у тебя здесь вот так вот будет. Нет, по-другому. Сейчас все сделаю, Я знаю, как будет выглядеть твой дом. Как? Ну что ты хочешь мне жить? Так, и что? Так. Ага. Теперь с этой стороны вот так же. Опа. Ага. И что? А, ничего себе, стекло. Так, погодите-ка. О, а тут тоже стекло? Красота. Ничего себе, у меня стеклянная хата. Вот прям, знаете, вот если кто-нибудь будет идти, они такие, ага, тут тот живет. И сломать стекло очень просто, это плохо. Он поделился ковром со мной, это так мило. Так, все, ну, в принципе, твои хоромы готовы. Не хватает одной детали, всего одной детали. Так, вот, в кармашке у меня лежит. Вот так вот, о. Ничего себе, светло. Ничего себе, 4 штуки мне навесил. А зачем так много? Отдыхай, Чебурашка, я пойду. Спокойной ночи, а то уже это, спать хочешь, темно. Куда? Куда? Что, серьезно, ушел от меня? Ну, мне теперь одному грустно жить. А погодите, отдайте-ка, ребята, я весь дом перенесу, а то, ну, а что, я буду жить один? Что-то мне слишком жирно такие хоромы. Все забрали и переезжаем. Опачки. О, доброе утро. Да в смысле? Я хотела за ночь это сделать. Привет. Не понял, с дверью в руках. Что, дом разбирает, что ли? Да нет, тебе показалось. Ты, главное, не взбирайся и не проверяй. А это, я тут решила, что хочу жить возле вас. Ласточкой. Так, мой дом будет прибегом вот. Так, блок. Напротив, вот тут. Ты хочешь переехать? Тебе грустно и скучно, что ли? Да, мне грустно и скучно. Одиноко одному жить. Так, я понял. Я сейчас тебе помогу. Это, стекло профукал. Это основа твоего дома будет. Да, мне нравится. Так, и бирюзовый. Из бирюзовых досок лучше. Может мне тот дом полностью разобрать? Хотя, ладно. О, из бирюзовых досок начал. Давай, ага. Чебурашка, помогу тебе так уж и быть. Своих чебурашек.
чебурашек не бросаем. Не понял. Правильно, своих чебурашек не бросаем. Так, а то. А что это у чебурашки дом симпатичнее нашего с Флаской получится? Так и что тут плохого? Своим не жалко, как говорится. Так. Если что, я помогу вам перестроить хату. Привет. Не понял. Это что за каменный пол? Не-не-не-не-не. Вот эти свои пещерные каменные полы убираю. У тебя будет ламинат. Как ламинат? Ну ладно, сейчас заберу весь. Так. О, так. Во-во-во. А, так у меня все в одном цвете выходит. Ладно, погодите-ка. Давайте-ка мы вот тут разметим, где что, куда. Да ё-моё, вот так вот. Оп. Так, тут у тебя будет тоже панорамное большое окно. Ты меня всю хату в панораме хочешь сделать? Сейчас, погоди-ка, я тут почти доделала самую важную деталь. О, ну что, ребята, смотрите, какой скретчик мне отбабахал домик. Спасибо тебе большое. С новосельем, Чебурашка. Это твой пентхаус с панорамными окнами. Еще его называют аквариум. Сейчас воды тебе налью сюда. Какой воды? Не надо воды. Ну, ё-моё, ну какая вода? Ну, он прикалывается, я же не... Ну, что ты притащил мне сюда? Привет. Зачем Тинти притащил? Так, о, может тебя переименовать можно? Сейчас тебя переименуем. Так, ладненько, пока он там занимается какой-нибудь фигней, давайте-ка я заберу, пожалуй, свои вещи. Оп-оп. Так. Не понял. А ну, чего раз говорит? Погоди, я ж свое беру. Он просто не знает то, что я и есть Фласка. Тебе эти кроватки, конечно, под бантик подходят, но не-не-не-не-не. Это на место. А это почему? Фласкина. Ну, в смысле Фласкина? Так я и есть Фласка, просто ты не знаешь об этом. Оба, все. И динамит спрячу от греха подальше. Вот, да-да-да. Чебурашка, верни. Ладно, да, держи. Ладно, ковер верну обратно. Зачем этот ковер? Я тебе подарил, чтоб ты его... Он апельсинового цвета, а чебурашки любят апельсины. Да, это по факту. Все, у меня тут будет мой уголочек. А где мне спать? Мне нужна кровать. Ну, ё-моё. О, может, твою одну возьму? Я ж тебе принес кровать. Ты чё воруешь кровати-то? Ну так, давай я эту. Вот так вот. Во, а мне оранжевую. Я ж люблю оранжевую, я ж чебурашка. О! Ты хочешь на моей кровати спать? Ну ладно, спи, так уж и быть. А у меня будет белый с оранжевым. Да, в принципе, неплохо. Ну так, смотри, идеально. У тебя как раз таки кофточка оранжевая, а вот эти вот белые подворотнички на руках белые. Это под цвет лисичек, снежная лисичка и обычная, ага. Да, умом он не блещет. Ладненько, пойду я. По делам важным, пусть он пока... Точно, ребята, я придумал, так я чебураш. Что ты хочешь? Я принес тебе посылку. Сейчас, подожди. Чтоб тебе не было страшно спать, во-первых, фонарик тебе повесим. Да-да-да-да-да-да-да-да. А еще, вот тут. Я повешу свою морковку, чтобы она всегда напоминала тебе, когда меня не станет. А чего тебя не станет? Типа из Майнкрафта выйдешь? Чё будешь на меня, чебурашка? Ладно, пойду по делам важным. Слушайте, раз это скретчик, он очень любит морковку. Может быть, я у него опять же... О, морковка! А у него морковки куча, за денег не ухаживает. Сейчас я ее всю соберу и посажу. А он меня похвалит. Ты ухаживаешь за моей грядкой? Да. Это я. Молодец. Чай, чебурашка, я тебе подарок принесу. Это, жди. Вот прям так. Тут? Блин, ну мне скучно тут ждать. Чебурашка, иди сюда, ёшкин матрёшкин, что там стоит? А ты говоришь, жди, я жду. Ну. Заходи. Так, ну. И не подглядывай, ща принесу. Ща. Так. Ну чё там? Ну когда он там это в своих сундуках полазит и наконец... Так. Привет, Чебурашка, у меня для тебя целых 3 подарка. 4. Так, давай, я подготовил слоты в инвентаре. Так. 3 подарка. Первый подарок — это твоя ванна. По кайфу, наконец-то побоюсь. А то 3 месяца не мылась, ёшкин ты кот, воняет капец. Как он это не учуял? Так, еще какие подарки? О, горшок. Так, ой. Второй подарочек будет стоять вот здесь. Я выйти не могу. О, выбралась нормально. О, это в честь новоселья? Чё быришь? И короче. О, задувать умеет. И смотри, и у меня для тебя есть самый главный подарок. Так как сейчас скоро зима. Неважно, что она только закончилась, но скоро будет новая зима. Чтобы твои уши не замерзли. Вот, шляпка. Так, а оно нормально на мне сидеть будет? О, красота липота. Дядя, походу оно череп греет, а уши, ну, ушам вообще все равно, что на мне, что не на мне. Блин, что-то уши не греет. Ну ладно, они у тебя все равно меховые. Нормально, хотя бы голову свою не застудишь. Меховые уши, я ору. Такой
принципе, упоротый. Да какой упоротый? Дядя! Ой, я в Роблоке не пролезала. Так, я к тебе пришел. Привет. Как твои дела? Мне, короче, скучно. Я хочу горшок с цветком забрать. Ты не против? Ты что пылишь на меня? На базу, я же тебе принес свой горшок. Давай я тебе второй свой дам. Ты, главное, фласки не трожь, а то она потом будет ругаться. Ну тут по факту фласка такая будет, а... Вернее, это я и есть. Вон, бывает. А ты что торт не ешь? Можно я кусочек съем один? Улетела. Вкусный торт, кстати. Да, оставил мне последний кусочек. Ладно, и на этом спасибо. Ну чё, спокойной ночи, Скретчи. Чебурашка, давай это, иди к себе. Ладно, я тоже прилягу. Доброе утро. Чё это со мной и лёг с Чебурашкой? А не лёг себе. Любишь спать на кроватке фласки? Негодник, я поняла. Так, ладненько, ребята, так как уже утро, наверняка выросла морковка Скретчика, надо ее всю собрать и посадить обратно. Что за звуки на моей игре? А ну стой, отдай морковку. Да ты не так понял. Не трогай. Тихо, мне нужно спать. Отдай, воришка, морковку, девушки, жители, хватайте его. Да ты не так понял. Привет, Чебурашка. Где моя морковка? Где морковка? Да как ты так быстро копаешь? Да как ты понимаешь, где? Иди сюда, Чебурашка. В два блока быть неудобно. Так, Чебурашка. Да, это я. Да ты не так понял. Ну что ты начал агрессировать? Я ж говорю, я хотела собрать и тебе просто-напросто это все отдать. Чебурашка решил украсть. Я ему, знаешь, дом построил, он украсть. Да я тебе отдать хотел. На. О. Давай, Марко. Молодец. Ладно, хороший песик. Так, на. Да какой я песик? Я не песик. И не кошка. Я не ем жареную треску. Ну, ёшки. Хочешь печеньку? Печеньку я хочу. Дай. Вот она лежит. Куда ты смотришь? О, доставай. Фича о том, как Скретчик пытался закинуть мою печеньку. Ну и как мне достать? Ну в смысле? Да где? Ну тут что было тут? А я ее уже достал. Ну смешно, значит, да? Смешно, значит. А еще посмеемся с тобой. Не понял. А ну, слышь, отдай, Марку, отдай. А ну, отдай. Отдай, куда ты? А вот так вот. А давай, забери. Ой. Спасибо. Оп. Так, где Чебурашка? Где Чебурашка? Походу убежал. Подозрительно. А кто это так бежит? Стой, а я уже близко. Сейчас хочу тебя затронуть. Не трогай мое имя, святых пирогов. Я тебя прошу, уши не трогай. Давай, Чебурашка, иди сюда. Так. О, боже. Я сдохну со смеха, Скретчи, прекрати. А вот все, не догонишь ты меня. Не догонишь и не достанешь. Так. На, забирай свою морковку, жопа с ручкой. Прикалываться надо мной будет. Так, сейчас. У меня тут кое-что есть. Так. Да вот опять одно и то же. Каждое видео начинает меня стрелять. Где он эти луки выкакивает? Я не понимаю. Надо бы... А знаете что, ребята? Идея. Иди сюда. Так. Ага, подводный Чебурашка, значит. Да, где твой ник чертил? Идет за мной. Слушай, он будто бы ник мой видит, хотя у меня ник скрыт. Ах ты, читерюга, Скретчик. Ну, почитер на Скретчик. Где его ник? Не понимаю. Где Чебурашка? Где? А где Скретчик? Где? У меня тут темно, как я не знаю где. О. Опа. А кто это вылез там? Привет, Скретчи. Ладно, на. На. Морковку, на, все. Ты решил вернуть мне морковку, да, ну да, ладно. Да. Спасибо тебе, Чебурашка. Ты меня в ловушку заманиваешь какую-то, да? Да нет, не в ловушку, все. Да, живи спокойно, морковка твоя на базе, я спать. А, спать хочу. Ладно, ребята, на этом я буду заканчивать вид. Куда? Тинти, мы у него забрали, чтобы больше он таким не промышлял. А с вами на этом я буду прощаться. Если понравился видосик, обязательно ставьте лайки и не забудьте подписаться на наши каналы. Ну а с вами была Фласочка и Скретч. Всем удачи и пока-пока. Где рамки-то все? Ё-моё, надо поставить на место, а то Фласочка будет злиться. А где рамки? О, три рамочки. Так. А чё у меня вещи-то, ряды пропадают?